Здравствуйте, дорогие друзья! На нашем пути, путешествии, точнее, по волшебной книге Тейлим, мы прошли половину. 75-й псалом сегодня. 75-й псалом, нам не очень много есть толкований разных. Первое, что всегда пишут в древних книгах, он помогает в сложных жизненных ситуациях. Тяжело обрисовать, в каких именно. Вот написано в сложных жизненных ситуациях. Что еще пишут? Чтобы был прощен грех. Что когда человек чувствует, что его немножко там, что совершил грех, написано, читай 75-й псалом. Как именно? Написано, есть три вида греха. Хет это случайный, а вон намеренное тогда вожделение. И осознанный, там, знаете, в разрез просто. Большинство грехов написано на улице, на уровне авон. И вот этот 75-й псалом стирается путем раскаяния, чтения 75-го псалома. Такое у него свойство. Есть еще интересное толкование о этом псалме, что он помогает от доносчиков и плохих друзей. Когда ты чувствуешь, что вот люди из этого описанные только что входят в твое окружение или как-то начинают приближаться, читают этот псалом. И что еще несколько раз повторяется, о том, что человек, вот когда одна из самых страшных зол человека, это гордыня, и человек чувствует, что он загордился, что-то такое вот чувствуется, поднимается в нем, немедленно читать написано, даже здесь не написано даже сколько, обычно пишут 3, 5, 7, но гордыня настолько сложная и настолько важно побороть, что пишут как можно больше. Вот и все о 75-м псалме. Брахава от слаха.